Ключевые вопросы развития Самары обсудила молодежь Советского района. Такие встречи на районном уровне стали уже традицией. Идея вообще провести такие районные встречи пришла нам после большого форума. Там присутствовали руководители и лидеры всех крупнейших молодежных общественных организаций города Самары. На встрече присутствовал глава администрации Самары Олег Борисович Пурсов. В центре внимания участие молодежи в жизни Самары, волонтерство, творчество, спорт, политика. Обсудили и реформу системы местного самоуправления, и то, какие возможности она открывает для активных молодых людей. Какие возможности получат? Возможности участия, возможности непосредственных перемен в своем маленьком местном сообществе. Но здесь должно быть главное – это желание самого молодого человека. В ноябре Самара станет сердцем студенческой жизни. Здесь пройдет федеральный форум «Россия студенческая» и финал национальной премии «Студент года». Валерия Макарова, Павел Пресняков. События.